В детской школе искусств собрались члены общества инвалидов, общества слепых, общества матерей блага на открытии декады инвалидов. Поприветствовала присутствующих заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Ильмира Хуснуллина. Я всем желаю вам крепкого-крепкого здоровья, заботы близких ваших и всего самого-самого хорошего благополучия, семейного благополучия, всего-всего хорошего. Начальник районного отдела культуры Рамзия Муратова вручила благодарственное письмо председателю районного общества инвалидов Хажирея Муртазиной. Спасибо большое. Всем здоровья, крепкого-крепкого здоровья, всем спокойствия души и тепло и уют в ваших семьях и домах. В зале царила теплая атмосфера. В этот день блистали своими талантами не только профессионалы, но и сами члены обществ. Зал аплодировал каждому из них по-особенному. Большое спасибо нашему руководству, нашим руководителям нашего района, руководителям общества инвалидов, всему в том, что мы все очень рады, довольны отношением к пожилым людям, к пенсионерам, особенно как инвалидам. Мы чувствуем их понимание, поддержку и любовь. Во всех очень много мероприятий, который нас, как говорится, не оставляет без внимания. И мы с удовольствием приходим, участвуем во многих мероприятиях и получаем заряд бодрости, удовольствия, поддержка своего здоровья. И мы очень рады такому отношению, и я чувствую себя счастливой на старости лет, радостной, счастливой, что дожила до этих дней. Айгуль Хусайнова, Артем Артемьев, ОПРТ.